Алла, мне каждый день пишут письма, комментарии. Давно не видели любимую сумку Аллы. И вот она. Аллы, я начинаю кошечки. Опять ходить в бассейн. Сегодня попробую поплавать, позаниматься акваэробикой. Так что... Алла, а у тебя, говорят, болит ножка. Ножка болит очень. Это помогает в бассейне? Да, должна помочь. Надо двигаться. Дорогие друзья, надо двигаться. Надо двигаться, двигаться ежедневно. Даже если у вас болит ножка, у вас болит ручка. Надо двигаться, двигаться и двигаться. Движение – это жизнь. И в конце концов, движение – это путешествие. И путешествие – это движение. Чего вам, дорогие друзья, и желаем. Хорошего вам дня. Улыбайтесь, любите друг друга. Будьте здоровы. Муся. Говорят, кошки не любят творог. Муся, ты любишь творог или нет? Расскажи нашим зрителям. Любит. Молодец. Мне кажется, она ест все, что ты с рук даешь. Ну вот они, Муся. Ну, 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 ну. Моя хорошая. А еще Муся любит пирожные. Если мама дает пирожные. Алла. Нельзя кошкам пирожные. Да, а мне можно. Тебе все можно. Я тебе все. А, ну подожди, ты же тоже кошка, да. Алла, наше поздравление с ураза. Ураза. Господи, забыл как. С уразой. Уразой Байрам. Да. Очень понравилось. Мне сегодня звонили. С Азербайджана звонили наши друзья. Звонили с Узбекистана. Звонили с Дагестана. Все в восторге от того, как мы поздравили. Оригинально поздравили. Все говорят большое спасибо, большой рахмат, чехсавол. Чего только я сегодня не услышал. Ну и хорошо. И большой привет тебе. Старались очень. Мусенька. Как ты сегодня в бассейне поплавала? Отлично, вот так. Погода, яркое солнце. Я ролик тоже сняла. А где твой ролик? Ну, ты горизонтально сняла, он войдет в этот фильм? Да, войдет. В кота-репортаж, как там, кота-хронику дня. Котов. Да, кота-хронику дня. Алла обещает выдать там меня. Там все занимаются зарядкой. Если я здесь занимаюсь тоже зарядкой, иногда и там зарядкой. Там тоже все с граблями и с лопатами? Нет, там мускулы все плавают, наращивают. Зачем столько мускулов? А что, дом сидеть что ли? Ну, дома, можно и дома сидеть, мускулы наращивать. Для этого нужно ездить в Москву, в центр Москвы, чтобы плавать в этой большой луже. Два часа назад. И зачем? И зачем? Опа, объясни. Ты не забыл, что завтра у нас с тобой? Что у нас завтра? А, это секрет. А, секрет? Ну, ладно. Да, завтра узнают завтра. Все должно быть вовремя. Зачем раскрывать секрет? А завтра, дорогие друзья, у нас будет кое-что... Надеюсь, кое-что, что понравится всем. Ну, а пока пойду чай попью. А мы сегодня, дорогие друзья, идем в театр. Алла, неужели ты меня привела в большой театр, Алла? Нет, только не в большой. Как только не в большой? Да, да. Ты меня привела в большой театр, наконец-то, впервые за 150 лет. Нет. Я мечтаю об этом. Мы пойдем в театр, но только в другой. Да-да. Опять обман. Ты очень тихо говоришь. Давай, я озвучу. Алла что-то охрипла совсем. Алла хотела спросить. Дорогие друзья, у какой колонны Большого театра
стоял главный герой фильма «Мимино». То есть он назначил здесь свидание и сказал: жду у такой-то колонны. Итак, ждем ваш ответ. Тебе такое? Да. Ну ты маленькая. Тебе нужно маленькие платья. Нет. У меня такое же есть приблизительно. По цвету? По цвету и с такими же фонариками. Сейчас же модные фонарики. Интересно. А зачем тебе второе? Такие красивые цветочки прямо в центре Москвы. И у меня дома такие же. Алла. Какая-то ты искаженная немножко. Не кажется? Нормальная. Что-то как-то тебя перекосило как-то. Ничего не видно. Что? Вот так вот, с Нового года еще не все игрушки разобрали. Точно. Алла, а ты меня ругала, что у нас елка еще не разобрана. Да, мы с тобой как 1 мая, а елка не разобрана. Да. А что ты меня ругаешь? Он напротив сидит Собянин, и они еще игрушку не убрали. Это не валяшка. Не валяшку не убрали. Вечно, ничего себе вечно. Помнишь, такая была? Я тебе предлагал Новый год елку не разбирать. До Нового года осталось немножко, чуть-чуть потерпеть. Алла меня привела на площадь Пушкина. Я подумал, ну вот, именно здесь у нас будет театр. Но опять обман. Алла говорит, не здесь, идем дальше. Ну что ж, пошли дальше. Оказывается, в этом месте стоял Страстной девичий монастырь. Почти 300 лет простоял и в 37 году был разрушен. Дорогие друзья, еще одна загадка. Александр Сергеевич Пушкин. А вы знаете, где этот памятник стоял раньше? Пишите в комментариях. А вот в Москве и первые листочки. Посмотрите, какие красивые. Они блестят, как будто искусственные прям. Очень красивые. Надеюсь, завтра и у меня дома будут первые листочки. Пахнут, ребят. Памятник моему любимому поэту, самому любимому, стихотворение, которое я могу читать бесконечно. Каждое стихотворение, каждая строка трогает сердце, трогает душу. Почитайте, если не читали. Сергей Есенин. Один из моих любимых бульваров в Москве. Тверской бульвар. Мой любимый бульвар. Твой любимый? И твой, что ли, тоже? Почему давай ты так? Давай подеремся. Давай подеремся, да. Народ еще не видел, как коты дерутся. Я сказал, один из моих любимых. У меня много бульваров любимых. А это один из. Театр у Никитских ворот. Дядя Ваня сегодня идет. Алла, этот наш театр сегодня? Нет, и не этот. Алла, сколько театров уже прошли, все не этот. Ты меня прям вот с загадками загадала уже. Идем загадала. Дальше. А в этом доме жил Гоголь. Очень интересный здесь памятник стоит Гоголю. Неожиданный. Противоречивый, вызывал этот памятник еще в те времена, при установке, много вопросов. Ну, в общем, посетите, интересно.
случайно возле Гоголя обнаружили хинкали. Алла говорит, хочу в Грузию, хочу в Грузию. Если женщина что-то хочет... Алла, а как же театр? Мы не опоздаем? Не опоздаем. Ну, давай по-быстрому... Быстро кушать. По-быстрому отхинкалимся. Алла, как всегда, заказала себе лично 25 хинкалей. Приятного аппетита, зайка. Спасибо. А мне она заказала, как всегда, 33 сухарика к чаю. После хинкалей Алла вывела меня на Старый Арбат. Так, это уже круг. Алла, круг сужается. Торопимся. Народу здесь просто кишит. Алла, осталось 5 минут, мы опаздываем. Итак, мы идем в театр Вахтангова. На аудиенцию. Бегом, 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 мы опаздываем. Сейчас мы найдем афишу, сфотографируем. В общем, ребят, мы опаздываем. Догулялись. Мы успели. Успели добежать, ищем свои места. Часа два в нашу солнечную, даже ночью, избушку где-то в далеких лесах Сибири. До завтра, дорогие друзья. Всего вам самого доброго.